Hey, birds! I'm Edward, and I'm a tufted titmouse. I'm a pretty standard bird. Decent flyer. Okay at nests. But my forte, a little thing called productivity. Look, I get it. We all have to work. Tick things off the list. Emails, notes, presentations, expenses. But come on, man. I mean, you have to make time for the finer things in life. You're all stressing out about what you have to do next because you can't do it now. Progress isn't made by early birds, you know? It's made by modern birds, like me. As for the rest of you, you're just making things difficult for yourselves. Always hunting for a recharge. Glued to your tiny screens, giving yourself a migraine while you try to write a novel with your thumbs? You birds are so old school. As for me, I got time on my side. A tablet when I want it, and a laptop when I need it. Now stop your flapping and get it done. Get everything done on the fly. It's a laptop, it's a tablet, the Asus Transformer Book T100, with Intel inside. I've got a laptop. Check out my laptop. It's also a tablet. I love my laptop. The point is, it's both. You see this? Yes, it's both. Nice. Вторая карта подоспела между Na'Vi и Virtus.pro. Висп с Тини. Ну и за ВП забирает у нас Undying, Queen of Pain и Crystal Maiden. Кстати говоря, чем у нас ВП играли сегодня, когда пикали Undying? По-моему, лишь Рака. Они сыграли против Нипов и выиграли, кажется, их, да? Или они против Вега играли? Нет, стоп. Они играли против Вега, точно. Это был матч Virtus.pro против Вега, и там да, была ничья. Да, Зомби, Бристол, Лешрак, Клокверк и Скайрас Мэтчбол. Слушай, как ты классно прям все вспомнил. Но да, конечно, вспомнил. Я посмотрел. Конечно, вспомнил. У тебя феноменальная память. Я не помню, что я ел вчера, а ты мне... Так я тоже не помню. Одно дело не помнить, что ты ешь, а другое дело помнить, кто что пикнул. Это же совершенно разные вещи. Да, ну... Пики у ВП Polar, ну, вот этот виверочек, мы помним, да, как он, если вдруг ему там дадут где-то зафейлиться против него, что он может сделать против Непов, вивер как-то слишком жестко зашел. Вот эта цемочка, она очень много дает всего и виверу, и андайнгу, и Queen of Pain. Вот сейчас я цемочку вижу как очень и очень полезного героя в этом пике, потому что реально и виверу вот эти шукучи постоянно можно тыкать, и зомбарю дикей можно часто тыкать, ну и Queen of Pain, не могу сказать, что она пипец как зависит от цемочки, но ей тоже дополнительный реген маны на начальной стадии очень поможет, поэтому ну на своих лайнах, по идее, все эти герои должны стоять шикарно. Последнего персонажа нужно взять, если это будет у нас хардовый зомби, то нужен саппорт, получается. Если это саппортящий зомби, то нужен какой-то хардлайнер, судя по всему, у ВП. Хотя тут можно и даблайны понатыкать всякие разные. Можно даже мидера, например, пикнуть последним героем, а Queen of Pain зомби отправить в харду. Прикинь, вот аура ЦМ-ки, что они там будут вытворять. Вот. А в мид тогда брать какого-то героя, который сможет стоять против Тини Виспа, если это, конечно, будет Тини Висп, потому что тоже как бы не до конца понятно. Видишь ли, вивер в пике у Virtus.pro смотрится отлично, потому что два саппорта команды Na'Vi не обладают контролем, достаточным для того, чтобы этого вивера контрить. И если сейчас Na'Vi не заберу инвокер, вот, инвокер, если это квас Векс инвокер с Оркидом, это нормально, если это экзорт инвокер с... Ну, наверное, это Safe Lane, Exhort Invoker, я так предполагаю. Потому что на Safe Lane стоять Квас Векс, по-моему, как-то не очень выгодно. По крайней мере, все инвокеры, которых я видел на Safe Lane, они играют исключительно в Exhort. Вот. Ну, в общем-то, инвокер — это какой-никакой контроль, если честно. Ну, Last Pick на Hard Lane, да, у Na'Vi, мне кажется, что это должен быть... все-таки какой-то герой, который обладает все-таки каким-то таргет-станом или, может быть, сайленсом. Правильный выбор сделал ФНГ, что забанил Бистмастера, потому что Бистмастер, ну, во-первых, он очень качественно усиливает пуш. У Na'Vi с Exhort Invoker'ом и двумя фаржами очень-очень сильный будет пуш таким вот образом, да. И Дазл тут их будет лечить, усиливать армором. Тут еще аура там Бистмастера, там и Тини с Аганимом, ну, все мы прекрасно понимаем, насколько это опасна комбинация в пуш-стратегиях. И даже дело
не в том, что это там в early game может быть опасно, это опасно и в late game. Вот. Ну, Джакира берут. ВП, это, походу, третий кор-герой. Ну, Undying Джакира дабла на топе. Undying Джакира дабла на топе, Queen of Pain соло мид и Crystal Maiden Weaver на сейфлейне. В общем-то, может работать, но Undying Джакира — это что-то такое, знаешь, во времена, когда еще Габлак был в Нави. Ой, в Нави. Каких Нави? В Empire. Вот, они тогда только начинали пикать. А сейчас это будет Undying Weaver? Вряд ли. Мне кажется, не будет. Формящий Джакира такой. Блин, вот мне у Нави больше нравится пик. Сент Кинга взяли. Ну, а мне на самом деле пик Нави меньше нравится, да, потому что у них вот жадный странно. Какой-то. Жадный да, такой. Ну, Донда поначалу слабенький, Сент Кинг поначалу слабенький, Висп, Тинни, да, будут гнобить, но там типа у всех ауры. Не, ну я не знаю, мне вот, ну, так получается иногда, что... Ну, я не говорю о том, кто тут победит, я не говорю о том, что победят Virtus.pro, но мне вот на начальной стадии как минимум больше вот нравится пик ВП Polar. А вообще, конечно, если Na'Vi затерпят, то там Invoker, Sand King со своими прокастами будут носить очень много дамага, плюс Тинни в лейте один из самых сильнейших суппорт, керри, а Вивер, ну что Вивер? Вивер, если он пойдет через Линкин, придется еще очень много шмота себе набирать для того, чтобы ДПСить этого Тинни, поэтому я буду надеяться, что Вивер не будет покупать все Линкины, возьмет что-то другое, и тогда будет давать по щам нормально. Вот, но я думаю, что этот Вивер Тинника на начальной стадии будет напрягать пипец как жестко, прикинь, если этот Вивер с пауканами нападает на Тинни, у которого 0 армора. Что все-таки на топ бежит, смотри-ка, Вивер, ну, я не ожидал, если честно. Фобос пока что... Ну, может, они просто бегут туда контролить. Может быть, он туда вард хочет поставить, которого у него нет? Нет, точно не вард. Тогда, наверное, все-таки он туда собирается идти стоять. Вот. Дэнди бежит на мид с закупом, похожим на Exhort Invoker'а. То есть обычные люди, играющие на Quasvex Invoker'е, покупают когти. Но на самом деле... Сейчас даже 0 талисман берут, когда играют квасфикс, поэтому я думаю, что инвокер будет здесь квасфиксовым. Он, кстати, хорошо заходит как квасфиксовый инвокер исключительно против пика Virtus.pro, вот этой вот жесткой грязи, которая будет на них идти, Undying там. Да, кстати, почему поставили Лидана на топ? Потому что, скорее всего, поняли Virtus.pro, что изначально будет какой-то свап лейнами, да, или нет. Хвост пока что ближе к топу держится. В общем... Возможно, Virtus.pro сами себя тут перехитрили, а может быть и нет. Не, просто если они поставят Зомбаря и Вивера вместе, это будет дико страшный лайн. Вивер постоянно будет спамить кучами, тычками, а зомби дикеями. Это будет нереально больно. Это очень больно будет. А Джакира, он, ну, типа, на изи лайне, если там у него получится чего-то нафармить, а у него, по идее, получится, то будет очень и очень приятно. ЦМ-ка пока блочит, а ЦМ-ка еще и на топ идет. То есть это вообще трипл лайн, даже не дабл, а трипл. Это вообще забей. Я там не завидую этому Тинни. Он с лайна может выйти со статистикой 0.5, там, не знаю, на пятой минуте. И Дазл ему тут ни грейв не поможет, ни хил не поможет, тут ничего не поможет. Самого Дазла еще надо будет спасать. Подтягивается сюда Виспарь, но хотя бы трипла на триплу, и трипла Нави обосновалась на изи лайне, а не в харде. То есть уже немножечко проще. Ставится томба, закидываются свормы, и что ты будешь против этого всего делать? Вообще ничего. Нужно тупо получить по второму-третьему левелу, и грязи будет ого-го сколько. ЦМ-ка уже начинает делать отвод, очень грамотный. Так, колбочка, кстати, вот это вот не знаю, насколько грамотная колбочка. Ой, ФНГ. Еще не сфармил, да. Еще и не сфармил, обидно было. И не стакнул, что самое неприятное, да. То есть ФНГ ни он... Ни не убил, ничего. Он должен был чуть-чуть позже делать эту тычку и стакать. Ну ладно, ничего страшного. Он это должен был сделать, чтобы решить противника экспы, но если бы он это сделал, то суппорты вражеские пришли бы сюда и как раз-таки могли бы эти хурсты и зафармить. Так что, с другой стороны, может быть даже и лучше. Он получил себе сразу второй. На лайне два героя тоже получают... ЦМ-ка быстрее левел подняла. Так, сейчас еще отсюда экспы наворовать. Колбочка на артстайла, пол хп уже нет. Сейчас еще дикей, томба появилась. И все, ребята.
Инвокера на вот миде. Они свормы сразу. Что-то просело прямо резко. Ой, он умрет походу. Не, 30... не, не, не. А, нет, тангус. Тангус успевает сесть. Не съел бы танга, умер. Да, я вот только хотел сказать, что Инвокер это один из немногих персонажей, который относительно комфортно себя чувствует против Queen of Pain. Да нет, ни хрена. Он не чувствует себя комфортно. Против Инвокера вообще изи. Ты прыгаешь ему прям в лицо, даешь Shadow Strike. У него форж, кол снап, и он тебя руками разминает. А, только этот форж, кол снап на третьем левеле. А ну, у него пока... второй. Ну, это да, это да. Это, конечно, проблема. У него второй уже сломанная кабина. Поэтому он не стоит нормально поначалу. А потом, когда даже у тебя форж, кол снап, и у тебя Queen of Pain 5, а Инвокер 3. Поэтому никак Инвокер хорошо не стоит против Queen of Pain хорошей. Прям вот. Тут еще бафает ЦМ-очка аурой квапу. Да, тем более, то есть это внешняя вообще... поддержка нет. Есть. Приятно, то есть, смотри, на годы у него даже запас маны полный. Он прям доминирует на этой линии. Так, ну, хвост на характере 10 крипов сделал себе. Посмотрим, что будет дальше по фарму, потому что левела свои получили. Третий левел — это уже такой порог, когда у Нави начнутся реальные проблемы на трипле. Снизу 12-0, 10-1 крипстатсом кинга, из него уже почти все регены выбили, я так понимаю. Ботл ползет, летит, да, есть ботл, нормально будет контролить руны. Я смотрю, Джакира не сильно горит желанием эти руны контролить, поэтому Сандкингу будет комфортно. Подкопчик, тыка-тыка. А, он ботл обузит даже, он таким вот образом... Ну, видишь, Инвокеру ботл не нужен на миде, поэтому... Поэтому у Сэмкинга есть возможность вот поступать таким образом. Просто снизу, если Джакира не ходил, а должен был Глеб понимать, да, видеть, что ну, никуда Джакира не отходит, поэтому проще было бы уж, наверное, сходить за руны. Так, а на топе у нас начинается драка, ставится Томба, Томбу сразу ломает, но пока они ломали Томбу, получили очень много дэмэджа, тут Иллидан тоже проседает, и Артстайл вешает на себя Грейв. Повезло тут чуть-чуть, ну как повезло, нет, хорошо очень сыграли Нави, на самом деле это не везение, все очень четкая и грамотная игра, тайминговый Грейв, и отбились от этих нападков, потому что сами Нави понимают, что будет очень тяжело. Вот этот хил под тизером заходит прям очень-очень великолепно. ДПСа не хватило. Не понравилось, я думаю, надо было Томбу брать на 2. Потому что, как бы, Томба была бы сейчас с большим количеством ХП. Вместо 175 было бы 350. А Soul Reap тебе зачем? Непонятно. Типа, я похилю Томбу этим Soul Reap'ом. Но Soul Reap не хилит настолько, по-моему. Или нет, на 180 хилит. Да типа, да. Соло Рипом и надамажить можно много, когда Томба стоит. Но я согласен, в такой ситуации вторая Томба могла... Я думаю, что, скорее всего, для того, чтобы просто захилить эту Томбу, но он захиливает, получается, на 180 хп, а в любом случае он, во-первых, своих зомбарей там... Кстати, смотри, что... Он тут. Что, где, кто? Он тут. А... Ну, бывает. А, я так думаю, что он пишет про профессиональный вардинг Dota 2 гайд. Я думаю, к чему он это написал, а он этот вард, походу. Ну, не такой заметный, можно было бы и не палить зрителям. Никто бы и не увидел. ПТ у Тини. Слушай, ну, прям супер круто отстояли на топе Нави. Я вообще удивлен, что именно так вот получилось, то что Нави на топе реально неплохо отстояли, на миде у Дэнди не все так хорошо, хотя, наверное, это более-менее закономерно. Ну и Сэндкинг на боте, он все-таки чуть-чуть уступает Джакира. Джакира очень опасный герой, и с ним тяжело стоять один на один. Но у него свои недостатки, у этого Джакира. Он такой неповоротливый весь, он в пуше очень опасен, в тимфайте опасен, да, но... Герой неповоротливый, им там гангать куда-то, понятное дело, что тяжеловато все-таки. Хвост на топе продолжает чалить экспу, сейчас крипы подойдут ближе к его лейну, и он начнет получать тут уже и золотишко, и опыт. Что да, при всем том, что тут, да? Казалось бы, у хвоста должен быть очень-очень мизерный крипстат, но он даже умудрился переласхитить виверочка и не сильно это себя... плохо чувствует. Чувствует себя очень даже хорошо. Вперед стик, ПТ-шка есть. Нормально. Снизу у Сандкинга 23 крипстат. А на Фобосе... на Фобосе от Джакира. На Джакире от Джакира от Фобоса 34. То есть тоже все в
порядке получше, чем у СК, но это тоже закономерно. Все-таки Сент Кинг милишник, но с покупкой Даггера он такой импакт будет вносить. Ого-го. А до Даггера ему, по сути, не так уж и долго, учитывая, что у него 7-й левел, при помощи песочка можно быстро фармить. Так, свормы пошли, свормами не попал, ставится томба. Слава богу, ею промахнуться нельзя. Хвостевик сильно встрял. И Эвеленч Тос, уколь до конца, кто-нибудь, ну придите, помогите. Отхиливается с Улрипом и живет все-таки. Ну там был чей-то телепорт, но его отменили. А, его отменили, потому что тут у нас артстайла пытается взять, успевает восемься Грейв. Год Соник Вейв не хочет юзать, пытается выжить. Его забрали, далековато заходит. И вот те самые колдснепы, которые втитерили достаточно много урона, и получилось сделать фраг. Ну, когда ты под Т2 тауэром у противника на такой минуте, конечно, можно и отъехать. Но разменяли один в один, правда, саппорта третьего левела на мидера седьмого. И Дэнди, ну, возвращается в игру, поднял уже шестой, уже более-менее неплохо, правда, всего 16 крипов. Даже сейчас на фоне Queen of Pain Дэнди смотрится не очень по своим вот этим крипстатом, да, и левелу, но в любом случае уже нормально, то есть Queen of Pain не имеет такую прям лютую доминацию. Так, а вот это вот может сейчас все изменить. Sonic Wave, да, залетит, захиливает, и дэмэджа не хватило. А год там опять проседает очень плотно, отхиливается с бутыля, скримчик. Вот хотелось бы ему, наверное, прыгнуть под тауэр, дать этот скримчик на Дэнди, но можно и отъехать. Так, Кларити он себя заюзал. Зачем? Так, как прыжочек на артстайла. Ой-ой-ой, а год ошибается. Один против всех, год. Зачем? Сейчас задинает артстайла. Или нет, даже оботрут. Нет, зачем его динает? Он живет. Да, его обтерли ботлом, и все у него в порядке. Но это было заведомо глупо, потому что он даже если бы никто не помог, он бы этого дазла не убил. Да, ну, даже если бы он его убил, он умирал там 100%. Да, зачем разменивать себя в саппорта? Так, подкоп, сразу эпицентр, Фобос, ой-ой-ой, там как же хорошо-то замедлили Глеба, в итоге до Фобоса добежать не удалось, свормы пролетают, Хвостевич пришел на помощь к своим тиммейтам, вот пока тиммейтов на топе не было, Хвост более-менее нормально стоял лайн, как только кто-то пришел, он сразу начал умирать, там есть Бороу Страйк, приходится его юзать, но в любом случае Копатель. Он не спасал. Не ушел никуда. Восьмого левела Сент Кинг, между прочим. Пора переключиться на Нетворс. И что мы видим? Несмотря на неоправданный фит от года, по-прежнему он занимает строчку выше, нежели чем инвокер. Да, это же прикинь, как надо было начальную стадию отстоять, чтобы после двух таких вот моментов дерзких, неоправданных. Я бы сказал то, что год, во-первых, один из лучших соло-мид игроков. Если уж не в мире, то в СНГ пространстве это как минимум. И мне кажется, Queen of Pain это один из любимых его героев. Вот на LAN-турнирах сколько ты не обращал бы внимания, как он играет пабы там в перерыве между играми. Он постоянно играет на Queen of Pain. Это даже понятно. В старой мете. Тут не обсуждается скилл игроков. Если бы Дэнди сейчас играл бы и был в тех же условиях, как год, он бы сделал бы с годом то же самое, поверь. Я думаю, что он бы также бегал с такими же статами и все остальное. Тут я не обсуждаю скилл игроков, я говорю просто факт того, что вот у Queen of Pain такие условия были созданы, что она как бы стоит против инвокера заведомо слабее героя, плюс аура дополнительно халявная. И вот она настолько его загнобила, что несмотря на два фида, она все равно королева поля. Посмотри, у него нету маны. Ну, ботл есть, отпивается. Ботл есть, ботл отхиливает. Тос, Эвеленч в кулдауне. Queen of Pain прыгает, скрим, Sonic Wave, инстакасты. И, ну, тут, по идее, наш суперстар должен бежать. По идее, а Грейф, должен. А есть Грейф? Ой-ой-ой, из стана не попал здесь Хвостевич. Гречкой промахнулся. Эвеленч второго левела, но все равно было бы неплохо им попасть. И в итоге Хвоста забирают. Там получилось еще сделать фраг. У нас тут просто какая-то люто-пешеная драка пошла. ФНГ, восток, краешком. И последняя тычечка. Форш Спирит, если сделает тычечку, может даже убьет. Там минус армур. А нет, там армура нормально. Не убьет тогда. Дэнди ТФАОТ, сбить нечем. Ух ты ж, ничего себе, экшен, экшен. Получилось так, что Тини промазал станом, а инвокер попался на страйком. Ну, довольно да, забавная, ну, нормально, ситуация. Нормально. Слушай, а Санейк-то убивает в соло Queen of Pain с помощью релокейта. О, даё. Лол. О, даё. Ну, Queen of Pain забудилась. Вот он, любимый герой Queen of Pain. Ох уж этот год. Не, год, кстати, вот с этой позиции, он, у него очень часто бывают такие закидоны, очень глупые отдачи, он там какая-то наркомания, его там
какая-то муха его укусит, и он ни с того ни с сего, опа, а пойду-ка я там сделаю какой-то супер неадекватный мув. Это... Я уверен, что он сам как бы понимает, что это полный бред, но конечно, он это сделает. Конечно, это, я тебе скажу, проблема не только профессиональных игроков, это проблема в первую очередь игроков в пабе. Тоже они вот думают, что Dota давно перестала быть игрой, где сейчас я один пойду разберусь. Там раньше в старых метах, там совсем, скажем, года там полтора-два назад так можно было поступить. Сейчас это карается очень да, серьезно. Да, уже давно как бы карается. Давно-давно. Вышло компетитив Dota как минимум вышло на такой уровень, что тут уже под товара прыгать и пытаться убивать там какого-то дазла не самая лучшая идея. Да и там инвокер был изначально, то есть это же даже были не ТП, это сейвы. Это просто суицид, скорее всего. Так, Санейка, вот он получает свормы, и у Санейка очень мало армора, так же как и у хвоста, поэтому эти два товарища проседают крайне жестко, свормы просто сгрызли к ядреням, тут Сэмка подошла помочь, и вот он, тот самый Новый год, тост, к сожалению, срабатывает не на Сэмку, хвоста разорвало на части, даблкил делает ФНГ, Глеб на хосте отсюда уносит свои клешни. Смотрим на Fight Recap. Мне интересно, сколько же ультемочки надамажило. А ну-ка давайте посмотрим. Ну, не так 600... много. Три сотни где-то там слишком. Да, где-то три сотни. Не успел много надамажить. Ну ладно. Так, Дендимона очень нагло пытается взять. У Иллидана на таймлапс кулдауне. Дерзости просто нет предела. Вы посмотрите. А почему он вышел из инвиза? Там есть детекшн? Сентричники тыкают. И видать, Дэнди видел, что там сентричники есть. И не хотел да, медленно бежать. Поэтому я пошел. Если бы, да. кстати, побежал вот так вот, может быть бы остался жив. Хотя там мувспид очень маленький. А, да, вот это... в этой всей ситуации, наверное, Дэнди смотрел на своих ребят, погибающих во вражеских лесах. Сейчас ЦМ-ку будут убивать, она откидывается новой. Так, есть время, 9 секунд, она бежит в другую сторону, бежит. 340 мувспида, бежим! И, слушай, неужели спаслась? Иллидан, правда, чуть-чуть подставился, прыгает год, юзает таймлапс Иллидан, у него крайне мало хп, ЦМ-ку подкапывает сейчас Глеб, но ФНГ дает колбу, и Глеб попал в очень неприятную ситуацию, у него, правда, будет подкоп, ставится томба лилом. Ну, эпицентр, я так понимаю, сбили, да? Не дали так да, вставать. Да, эпицентр, конечно же, сбили. Приходит Динелит и Санстрайк. Хороший по двоим, но дэмэджа еще не так много Санстрайка, юзается ТОС, есть фраг, но хвоста тоже заберут. Тут Иллидан еще очень побитый, но его так и никто забрать не смог. ФНГ умрет ли от песочка? Умрет ли? Нет, не умирает. ФНГ под транквилами, которые не разбиты, регенится. Что Иллидан творит? Шустренько. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, подкоп. Стики, подкоп. Три стики, жми, господи, три стики. Копай, копай его! Хорош. Жук, жука копнул, нормально. И там еще голдснап, подожди, подожди. Там вовремя все подошел Дэнди. Да, на кураже здесь Virtus.pro начали, конечно, точнее продолжили. И совсем упустили из виду то, что Сэнд Кинг-то еще и может нормально навалять. И в итоге... Слушай, как ему на все про все... Смотри, у него он был в замесе. Он копнул ЦМ-ку, скастил эпицентр, ему не хватило маны, он по итогу, ну, в смысле, точнее, не хватило маны, ему сбили, потом он там сколько-то сэндштормов прожал, и потом еще раз копнул. Короче, слушай, он погибал вообще? По-моему, нет. Нет, он не погибал. Единственный раз, где умер хвост... Ой, единственный раз, где умер Глеб, это вот здесь, когда его Вивер убил. А в замесе он в этом не погиб. Как ему на все про все хватило просто маны? На него как-то подзабили, видать, увидели, что эпицентр он... Да, пропал, у него ботл, конечно. Забили болтяру. У него ботл там, да. Вот. Так что с ботлом, в принципе, все логично. Я просто забыл, что Глебуня с ботлом играет. Непривычно его видеть. Забирают вражеские стаки Virtus.pro. Но заигрываться так ни в коем случае нельзя, потому что Na'Vi... Вот, по какой причине Na'Vi сейчас проигрывают 7 фрагов? Потому что они сами лезут драться в заведомо невыгодной ситуации. На Глеба в топе. Паник подстрял, есть колбочка. Detection. Ну, тут сразу из-за цветастый, давай его тут разрывать на части. Прилетел Санейка для того, чтобы засейвить, но такое себе. Тяжело. Да я еще не знаю, ради Сент Кинга прилетать, тем более, что там столько народу его калашматит. Хвост. Что там у хвоста? У хвоста все вот плохо. Теперь уже реально все плохо. Поинт-бустер он себе кое-как оформляет на 16-й минуте. Начало. Вот у него было 35 крипов, где-то, по-моему, на 8-й, что ли, минуте. Примерно так. А сейчас уже все совсем печально. Санстрайк попадет ли? Санейка, я не знаю, каким чудом на этот Санстрайк не попадает. Ой, Санстрайк. Господи, Санстрайк, Санейка, все, окей. Я уже тоже плыву. Чего это Санейка должен на Санстрайк попадать? Ну, странно, что Вивер продолжает так делать. У Тини полный прокаст, у него даже еще не полный прокаст, он так в наглую бежит, он получает тоса валанса и просто умирает. Там, конечно, Санстрайком добило,
Ну да, вовремя, конечно, скинули. Наверное, без Sunstrike успел бы он таймлап прожать. Но все равно он Лидан очень опасно играет. 287 pure damage какой-то. Да. И сколько там? Где-то 100, по-моему. Вивер уже, вот, если у Шутини не все очень хорошо, у Вивера-то тоже все не так гладко. Посмотри, артефактов у него нету вообще никаких. Да. Дэнди тут делает фраги на инвокере на своем 11 уровня сейчас. Год тоже 11 уровня. Глеб подходит, его просветили новый. Вот, чтоб он тут совершенно невнятное вытворил. Но... Оп. У нас такой некий папчик пошел, и от одних, и от других, и те, и другие не особо парясь прыгают. Ну, мы тут серьезно с тобой комментируем, там что-то анализируем, а на самом деле, по-моему, уже обе команды там практически обеспечили себе выход, и поэтому они не сильно парятся об этой игре. Но больше ну, завтра на много матчей. Похоже. У Na'Vi много матчей завтра, у Empire много. Ну, Empire-то не страшно, у них там супер крутая статистика, но у Na'Vi много матчей. Да. Да. Но ну, эта игра реально минимум. Больше похожа на какой-то такой некий папчик. Все куда-то бегут, все чисто по фану воюют, экшен позволяют себе, в общем, то, что в серьезных каточках обычно не позволяют себе игроки. Счет как бы 16-9, это, конечно, все круто. Так, Sunstrike вязает под себя, там Сэмка подрубила Новый год, Дэндимон очень больно, он еще и замедленный, жуки его грызут, и вообще там полный пипец, он еще и некрачей своих отдает. Таймлапснулся, Сент Кинг хочет дать, конечно, эпицентр под коп, но тут уже вряд ли получится, тут, теперь надо и самому ноги унести. Ну, под вышечку-то, конечно, вряд ли полезет. Как там БКП. Дела у Тини? БКБ появляется у Queen of Pain, Тини 9 уровня только что, да, только 9 уровня, Пола Ганима, ну, даже чуть-чуть побольше, чем Пола Ганима, 500 золота есть в кармане. Ну, блин, в перспективе я не совсем понимаю, чем этого Тини контрить. Вот игра затянется на энное количество минут. Вот что с ним делать? Армор ему резать вивером? Там дазл. Глеб кастует ульту. И в это время так неудачно вивер уходит в шукучи. Релокейт делается. Слушай, Лидан как почувствовал своими усиками вот этими клешнями. Ну вот нападать на вивер. Потому что посмотри, какой наглый. Да вообще оборзел совсем. Зачем тебе это надо? Он же все равно сейчас улетит и не успеваешь его убить. А вот этих товарищей убивать можно. Ну там Dagger Out, Sonic Wave разорвало бедного Дазла на части. Сент Кинг. Подскопчик и уходит подальше. Фобос заходит в спину и почти сжигает Дэнди. У него так мало хп, он должен переключиться. Да, 6 стиков, 6 стиков, дружище. 7 стиков же назад. А, его сдинайли, окей. Ну да, там да, нормально. Он не мог выжить, потому что если бы он прожал 6 стиков и на квасы переключился, квапап убил его, да, скорее всего. Поэтому все верно сделали здесь Na'Vi. Но задинайли инвокера, да, не отдали за него экспы золота так много, как могли бы, но. По итогу вышка упала, и сейчас Фобос бежит дальше. Совсем забыли-то про Джакира, да? 20 минут прошло, и у него 12 левел, он люто пушит вышки, что с айтемами, что без. У него Род оф Атос, и, похоже, там Юул долетает, да, я так думаю, да, Юул. И здесь вот этот вивер, если сравнивать его с Тини по нетворсам, да, у них вроде практически одинаково, но виверочек, он гораздо больше... делает дэмэджа и экшена вот в таких масс-файтах. Его свормы очень полезные, да, артстайл приплыл. Его свормы очень полезные, шукучи, таймлапс, и вот с таким набором айтемов он очень-очень много импакта вносит. В отличие от Тини, которому ну, нужно фармить. Если все будет продолжаться в таком темпе и Тини будет с очень-очень медленной скоростью приобретать шмотки, то он просто-напросто не рискует чего не сделать в этой игре. А виверу достаточно. Они просто давят вот этим вивером на слабость Na'Vi. И Тини очень мало армора. Есть, конечно, Дазл, который может это как-то компенсировать своим ультом. Но Дазл не всегда на месте и не всегда вообще успевает что-либо сделать. В наглую забирают Рошика. Теребонь. Эпицентр? Да, эпицентр залетает. Ой, Глеб. Хороший. В который раз таймлапс должен, по идее, успеть заюзать. Но почему? Ты же бегал, ты же мог нажать таймлапс. Не нажал он его. Санейка разорвали на части. Год вязает скрин. 20 секунд до Sonic Wave. Поэтому здесь Тони пока еще живет. И вот он, метеор на года, разрывает его на части. Макропира, так себе. Ну, могут добить Рошана, фаржи есть у Дэнди. Вот. Таймлапснулся, боже, чего ж он не таймлапснулся-то? Неужели Na'Vi в очередной раз на Рошане просто перевернут да, игру на голову? Камбэк вообще какой-то получается. Если сейчас посмотреть на 3000 голды подняли и еще Рошана. Боже мой, сколько сейчас получили Na'Vi. Сразу же агоним хвоста, сразу такой мажорный Тини. Сорвал себе ветку.
Ну, в прошлый раз хвост там очень жестко все сделал, будучи в инвизе, а сейчас Сент-Кинг, да. Как бы, да, и вроде ничего удивительного, это же Сент-Кинг с даггером, в чем сложность-то, ничего сложного, прыгнул, дал подкоп с эпицентра. А как ты думаешь, если бы Вивер переключил ПТ на Агилу и прожал бы драмы, там чуть-чуть ведь не хватило урона? Может, я быть, думаю, добили? Что если бы Вивер просто нажал бы кнопку тайм-лапса, да, это понятно. Было бы достаточно. А он вместо этого куда-то побежал, там чего-то не то и умер. Вот, поэтому я не знаю, что там с ним произошло, почему он тайм-лапс не дал. Не было уже никаких сайленсов. Подкоп закончился, мана была. Поэтому я даже не знаю, что там могло произойти. Поч не было тайм-лапса. Пайп делает Crystal Maiden, что немного даже странно. Обычно пайпу у нас собирает Undying, но здесь он делает Мекку, и это будет, видимо, убер-тапок вот этот вот синий. Да, после того, как Na'Vi забрали Рошана, у них очень много смелости должно прибавиться, потому что они себя должны ощущать свободнее на карте, легче гангать, легче фражить, легче пушить, соответственно. Вот у Вивера пока что... Ну, Митрилхаммер. Блин, вообще БКБ нужно. Ну, как без БКБ? БКБ надо Виверу. Там столько магурона, что да, просто забей. Виверу надо, ну, и дизоль нужен, БКБ, да, и БКБ, да. И Керасу кому-нибудь тоже купить. Queen of Pain покупает себе Oblivion Staff. Слушай, неужто это Оркид? Я прям не верю. Серьезно. Оркид. Ну, Дэнди можно сконтрить, Глеба можно сконтрить, у них БКБшек нет. Дазла можно сконтрить, Дазла можно он сконтрить. Не бесил. И, в принципе, Виспа тоже можно неплохо сконтрить. Не, ай, и плюс такое спичится очень сильно. Ах ты ж, Рилли, как больно было под минус армором. Дэмэдж тебе, Санстрайк там, да, летит? Нож масла. Но Санстрайк летит в Crystal Maiden, судя по всему. Я там слышу, что-то свистит. А может, не полетел Санстрайк? Порвали. Не, полетел, Санстрайк полетел. Цемку на Дазла разменяли. Ну, размены команде Na'Vi выгодны. Они здесь играют... Вот вторую игру подряд они играют таким пиком, который в лейте имеет больше аутов, нежели чем в каком-то мидгейме, на мой взгляд. Ну, мидгейм здесь обеспечивается по большей части Сент-Кингом. Вот именно благодаря Глебу тут выиграна драка на Рошане. Ну, Инвокер тоже хорошо. Опять эпицентр от Глеба. Прыгает Фобоса. Фобос ее улица. Немножечко не вышло. Дэнди рядом. Вызывает некроп, но подцепить не удастся. У Дэнди нету ни даггера, ни какого-то юла, ни форстафа, чтобы как-то на мобильности подойти к Фобосу и, скажем, дать колд снэп. Подошел Форжик. Такой борзенький. И через минуту упадет Аегис у Тини. А что же приобретать Тини здесь? Наверное, Керасу. Сразу Керасу надо делать. Все-таки армор — это его главная проблема. Дазл ее как бы ликвидирует. Но Дазл надеется на то, что артстайл всегда будет давать отличные вивы. Ну, не стоит. Потому что это не так просто сделать. То есть, во-первых, он тикает, он может кончиться. С другой стороны, его могут слить. Сам например, Дазл может кончиться. Да, да, да. Вот он дает вив. Сейчас не успел Грейв на себя повесить. Но Вив повесил, и тем временем хвост вместе с Санейка вгрызается в вышку. Идет. Да, Глиф, который сразу был прожат. Слушай, пока походу не падает. Походу хотят ВП заходить на ХГ. Не знаю, то, что нету еще эпицентра. Вейл оф Дискорд такой. О, ребята, идите отсюда. У Инвокера заряжен Метеор. Так, потихонечку, помаленечку сгрызает вышку, поставили домбу, хвост на топе, ломает Т3, тоже да, падает хвост, Т3. Кстати, сломает очень быстро, здесь база горит помедленнее, но опять же, если сейчас герои понаумирают, то там можно ломать сразу несколько лайнов, но нет, не отдали. Сэнкинга не отдали, прилетает сюда Санейка, он пешком походу сюда как-то приперся, я не знаю как, но он сюда пришел. Хвостевич начинает фоксить, у него есть Аегис. Да неужели они убьют с этим Аегисом? Походу, да, походу это... Орел, но он зато линию сломал, как бы сломал линию. Он ломает еще одну, хвост, не давай, не ты уйдет, не уйдешь, да, ты не уйдешь, на мужика еще один лайн. Ну алло. Ну ладно, все равно он сделал все, что в его силах было, сломал тупо Тауэр Т3, барак, а все началось вообще с Т2 Тауэра, то есть Хвостевич сейчас поднял уйму золота, его еще и успел реализовать, купил себе рецепт на Керасу и Чейнмейл, и в итоге он, по-моему, даже за смерть бабки не потерял. Вот это да. Санейка релокейт, а че он? Это он так типа нижний лайн протолкнул,
чтобы пуша не было. Да, Нави тут явно проигрывать не собирается. Начало было для них отвратительное, но опять Рошан вот так вот жестко переворачивает. Оп, санстрайк. Профилактически. Замазало. Чтоб не расслаблялись. Ну, тут еще метеор и бласт их ждет. Ну, хотят поэтому... они, видимо, пока нет тени, поломать хоть что-то на миде, но байбек тени, конечно же, делать не будет сейчас. Пойдет виф. Мне кажется, Virtus Pro сейчас просто... Сейчас с Кирасой просто придет. И да, и эпицентр. Смотри, смотри, там видит, да, кажется, Глеба прыгает год, вешает торкет, Глеб форсится, уходит оттуда как может. Тем временем на миде падает ренжовый барак, подходит хвост, дает аваланс. Томбу сразу же сломали. Сейчас Тини будет под Вивом просто наносить дичайший урон. Успел. Больно бьет. Вивер уходит. Там уже минус 10 армора. И сломать удалось только один рейджевой барак, который как бы толком-то ничего не решает. Тем более на миде Бороу Страйк под СМки. Хорошо раскастовывается здесь Джакира, замедляет. Ой, боже мой, хвосту вообще ничего не дают сделать. Пока у него нет БКБ, он, к сожалению, не может реализовывать свой дэмэдж-потенциал. Дэнди тоже умирает. Его здесь точно не отпустит Вивер. Две тычки залетает и Элидан... На топе! Рейджовенький падает барак, но на миде сейчас упадет тоже линия. Вообще байбек у нас есть у... товарища Тини, и эпицентр есть у Сент-Кинга. Его кайтят. Ну да, вот эпицентр у Сент-Кинга, это хорошо. Сейчас если получится дать хороший эпицентр, ну, надо, можно мне кажется, бейбекаться. На, мне кажется, что лучше сейчас команде Virtus.pro как-то отойти. Посмотри, как они сочно стоят. Посмотри, посмотри на это. Стоять. Так, Сент-Кинг занимает позицию. Байбек сразу же. Накручивать. И все. Страйк по троим. Дискорд. И какой дикий дэмэдж на таймлапс. ФНГ подрубает Новый год. Хвост байбекнулся, но, к сожалению, у него не было скролла, чтобы успеть прилететь. Или он его не купил, или он был в КТ. Это не важно. Хвоста вот опять накрывают всякими замедлениями, айспасами. И он тупо не может добежать и ударить. Падает Т3 Тауэр. Ну, заставили хвоста байбекнуться, но, по сути, так, Эваленч, тот что-нибудь, все в КД, Эваленч закинул, боже мой, на последней секунде улетел. Фобос в этот раз его не удалось поймать. И у Фобоса спорно. Сейчас будет Шива. Там Кираса, но драка. Шива будет нормально заходить. Конечно, для Virtus.pro. Так, где Кираса? А, у него не было плотмейла. Он рецепт только купил. Обидно, конечно, обидно. Экспы много получают Нави, но теряют Т3. Байбекается по итогу у нас... Тини, тут в Fight Recap не показана цена его байбека, так что... Хотя, слушай, если не показана цена байбека, то есть примерно получается одинаково по золоту. Получается, да. ЦМ-ка с пайпом. 12-й левел Undying. У него скоро будут денежки на супертапок. Но, знаешь, мне кажется, что не надо покупать этот супертапок. Это на данный момент 1650 золота просто выброшенное. Ну, это лично мое мнение, не знаю, может, все-таки есть в этом смысл, там, какой-нибудь, может быть, для кайта айтем купить, и ул, может быть, лишний. Все-таки Лилу надо долго жить в драке, ему нужно дикей спамить, ему нужно, там, сулрипы давать, у него, кстати говоря, сулрип всего лишь первого левела, сейчас очень опасно заходит, Лил врубает, Лил, в смысле, Иллидан врубает БКБ, артстайл да, успел. Да, таймлапс у него есть, но он его не прожимает, вот этот момент, когда тебя Тинни накрывает диким дэмэджем с кирасой, и ты просто-напросто не успеваешь ничего сделать, томбу нужно сломать, слишком много внимания было уделено этой томбе. Тут Sonic Wave заходит очень жестко. Макропира продолжает дамажить. И Макропира нанесла очень много урона. Сейчас Fight Recap. Байбек таймлапс от Вивера, не? Не? Ну, можно, по идее, да, по идее, можно. Ты сломаешь еще одну линию, как это сделали Na'Vi. Волевые два байбека от Clockwork и SF, и пошли, просто закончили игру. В принципе, сейчас та же ситуация. Вивер байбекается, он наносит немалый ДПС, и можно заканчивать эту карту. Мне кажется, знаешь, вот в этой ситуации люди, которые ставили на Virtus.pro, когда Иллидан зашел на хайграунд, я посмотрел, там сколько вообще без шансов. Там... А, сколько дэмэджа Макропира нанесла, я вот тоже не обратил внимания. Она миллион урона нанесла, и Sonic Wave тоже миллион урона. Да, там и ЦМ-ка раскастовалась, там все хорошо очень раскастовались. Дэнди дал бласт, но он слишком поздно сбил ульт ЦМ-ки. Подкапывает Глеб, здесь метеор КВЕ. Ну, в общем-то, да, какой-то дэмэдж есть, но без Тини шансов, по-моему, мало. Все-таки купил у нас Лил супертапок. Надо было ждать, надо было сливать эту линию. Вот Na'Vi сейчас, конечно, ошиблись однозначно. Ты уже в любом случае этот лайн как бы потеряешь. Если пойдешь драться, то только поумираешь. Еще на базе умирает Дазл. Не успел себя, походу, похилить. Ну, отдали бы линию, да и все. Ну, ладно, байбек. Пришлось завестить. Да, аура, конечно, у этих тапок приятная. Я вот, блин...
всегда думаю, стоит ли их покупать. Лил купил в этой ситуации вот Guardian Grips. Но, знаешь, возможно, они, кстати, здесь зарешали. Вот здесь. Потому что, когда Иллидан зашел на ХГ, включил БКБ и просто погиб, и тонна дэмэджа, там эпицентр, там КВЕ, метеор, все это полетело. Наверняка сработала аура. Да, вот это вот пассивная и помогла в каком-то смысле команде Virtus.pro выиграть этот тимфайт. Вот действительно, об этом вот я не подумал. Вот с маками Нави заходят на Рошика. С маком, да, кто тут? Форжи, Некра тоже есть, там на какой-то Алакрити переключиться, но здесь сейчас будет файт, а вот Эндимон на Алакрити, надо вешать его на хвоста, вешает он в итоге на себя, не на хвоста, хвоста здесь вообще не ощущают, у него нет БКБ и Керасок. Вроде хороший айтем, вроде крутой, но без БКБ, как мы видим, здесь просто тупо все бесполезно, да. Как ЭВП, и эту карту Virtus.pro все-таки отжимают. Фобос просто прейч, он сейчас так положил свой прокаст, красиво, то есть... Релокейт Тини с виспом, они просто приземляются в айспас и макропиру. Это что-то, не, что-то с чем-то. Красиво получилось, красиво. Ну что ж, 1-1. Слушай. Боевая прям ничья. День ничьих у нас сегодня. Только вообще неожиданные результаты. ВП с Вега 1-1. Ну хотя Вега в принципе неплохо играют. Да, потом Burden United NiP 1-1. Empire NiP 2-0 в пользу NiP. И все остальные карты, ну там может быть где-то была победа, да, там 2-0-то все-таки в одном матче было. Если я не ошибаюсь, я правда не помню в каком, день сегодня был длинный. Сейчас я быренько гляну. Да, Burden United еще Basically Unknown 2-0 выиграли. То есть два матча таких у нас сегодня закончились со счетом 2-0, все остальные 1-1. Ну, я очень доволен вот этим матчем. Он действительно оказался самым интересным за день, так и предполагалось. Да. Было круто. Ну и завтра нас ждут матчи. Сейчас я вам быстренько скажу. Значит, Na'Vi против Vega мы будем смотреть по реплею. Так что, кому интересно, в 12.30 по Киеву все это, по Киеву-Москве все это начнется. Потом будет у нас матч Empire Virtus.pro, Virtus.pro Burden United, Empire Burden United и Na'Vi Burden United. Все против БУ, все против БУ, все наши европейские команды. Так что вот будем смотреть. А в Киеве разве сейчас такое же время, как и в Москве? Да, да, 0.14 сейчас. Угу. Интересно. Хорошо, хорошо. Ну что ж, всем, кто смотрел, мы говорим спасибо. Завтра Версута, скорее всего, будет комментировать один, потому что я буду собираться на квалификации. К International надо не очень далеко добираться окольными путями, поэтому прокомментировать я, наверное, завтра, ничего ребятки. Не смогу. Вот. Ну, а Версута для вас завтра будет работать целый день. Ну, Рен, спасибо, удачи завтра. Удачки. Так, и на этом у нас официальная часть трансляции заканчивается, остается неофициальная, это розыгрыш 5 сетиков. Я сейчас прокручу рекламу, остановлю запись, сделаю небольшой перерыв. Напомню вам о том, что чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно пройти по ссылке, которая закреплена в чате хитбокса сверху, поставить лайк и вступить в группу. Все. Может быть, вам повезет, может быть, вы что-то выиграете. Вот. И где-то минут через 10 я думаю, что открою картинку на стриме и буду прям в прямом эфире разыгрывать и раздавать вещи. Ну, собственно, как-то так. Hey birds. I'm Edward and I'm a tufted titmouse. I'm pretty standard bird, decent flyer, okay at nests. But my forte, a little thing called productivate. Look, I get it. We all have to work. Tick things off the list. Emails, notes, presentations, expenses. But come on, man. I mean, you have to make time for the finer things in life. You're all stressing out about what you have to do next because you can't do it now. Progress isn't made by early birds, you know? It's made by modern birds like me. As for the rest of you, you're just making things difficult for yourselves. Always hunting for a recharge. Glued to your tiny screen, giving yourself a migraine while you try to write a novel with your thumbs? You birds are so old school. As for me, I got time on my side. A tablet when I want it, and a laptop when I need it. Now stop your flapping and get it done. Get everything done on the fly.
It's a laptop. It's a tablet. The Asus Transformer Book T100 with Intel inside. I've got a laptop. It's check out my laptop. It's also a tablet. I love my laptop. The point is it's both. You see this? Yes, it's both. Nice.
Ну что, прошло какое-то время. Давайте, наверное, быстренько закончим с розыгрышем, потому что очень хочется отдохнуть. Сегодня я с 12 часов стримил. Поступим следующим образом. Я сейчас зайду на мега-рандом. Мега-рандом. Вот он, мега-рандом. И что мы делаем? Мы берем этот пост. Так, наверное, надо включить вот так вот. Refresh работает. Ладно. Сейчас новую сцену добавим. Все, ничего страшного, это быстро делается. Так, вот он. Вот он, собственно, пост. Тут, да, много очень, конечно, людей приняли участие, потому что я на протяжении долгого времени там этот розыгрыш проводил. Сейчас контик заработает и... Да, надо, наверное, запись поставить. Сейчас. Я запись не отменил.